Прям-там-там, ёж на связи, ребята. В этом видосе представляю вам самую маленькую компактную кибитку для выживания сольно. В общем, одного игрока. В этой кибитке есть все: две печи, спальный мешок, workbench, шкаф, два мангала, большой ящик и два маленьких ящика. Кстати, очень мало требуется ресурсов для того, чтобы кибитка существовала 24 часа. Спальный мешок я не поставил, поставлю его потом, покажу, как он ставится правильно. Итак, места здесь не так много, но для одного игрока как раз будет достаточно. Строится она быстро, легко, никаких проблем с этим нету. Но все компактно размещено и ничего не мешает, даже закрывается дверка. Приступим, как все сделать. Итак, для начала я поставлю один квадратный фундамент и улучшу его, я всегда до камня. Затем поставлю обычные стенки, улучшать пока не надо, с левой стороны две стенки маленькие. Затем я возьму шкаф и аккуратненько, пока его оставлю, и поставлю здесь вот workbench. Вот так вот, затем шкаф я прижимаю к workbench'у и ставлю. Тоже аккуратно все прижимайте к стенам, чтобы даже мышечка не пробежала. Дальше потолок треугольный ставлю, так он ставится, если не ставится, немного походите, и синяя подсветка должна появиться. Затем улучшаю вот таким вот способом и сразу ставлю сюда вот гаражные двери. Сразу, ребята, иначе потом не поставите. Все, улучшаю дверной проем, вот так вот, у нас готово. Теперь поставлю сюда вот печку. А торчать она не будет, не переживайте. Немножко пузико торчит, но это ничего. Дверь закроется, будет все нормально. Готово. Приступаем дальше. Берем большой ящик, и он в аккурат ставится вот сюда вот. Ставлю его сюда, бам, готово. И дальше мне нужно разместить два мангала вот здесь вот. Размещаются они тоже без проблем особых. И под них уже потом можно поставить два маленьких ящика. То есть будет один мангал и один маленький ящик. Он будет как большой ящик один. То есть места достаточно для ваших ресурсов. Вот, ставлю один маленький ящик сюда, и еще один должен поместиться. Аккуратно, все, профессионал. Затем на второй, запрыгиваю, хотел сказать, на второй этаж, а на потолок треугольный. Его тоже можно улучшить до дерева, вот так вот, чтобы не упал. И теперь смотрите, спальный мешок, вот я поставлю, как поставлю, смотрите. Размещу вот здесь вот, таким вот способом, и здесь я умещу печку. Вот сюда вот ставится. И затем мне нужно просто-напросто закрыть крышу с помощью вот таких вот маленьких полустенок. Если просто крышу поставить, она не закроется здесь, потому что будет мешать спальный мешок. Но теперь без проблем я все поставил. Дальше смотрите, можно разместить вот так вот лестницу. То есть, оп, дополнительное место у меня еще появилось. Здесь маленький ящик не уместится, но здесь уместится такой вот костерик. Офигенно, да? И улучшаю я лестницу, включил костер. Все, ребят, у нас все готово, осталось только закрыть потолок, чтобы никто не уволок. И, ага, костер разрушился, видите, баг какой. Прикольно, да? Так, давайте снова поставлю костер, вот так вот, и все работает. Классно. Ресурсов требуется мало для того, чтобы стояла кибитка в течение 24 часов. На этом все, с вами был Ёж, ребят, такая вот база. Пока, бэу!